Виктор, один из трех гибридных форм преображения юбилейного черкаска, наряду с ним с длинной ягодой, созревает в один срок с Аркадией и Лорой. Среднерослый, предпочтителен на сильнорослых подвоях. Гроздь среднерыхлая, весом до килограмма и более. Ягоды крупные и очень крупные. Отдельные ягоды бывают более 4 см длиной. Окраска от нежно-розовой до красной. В зависимости от освещенности, от количества света, падающего на гроздь. Вкус гармоничный, с цветочными тонами и высоким сахаронакоплением. Вызревание лозы очень хорошее, окореняемость отличная и срастание с подвоями отличное. Особи практически не поражаются. Очень рыночный сорт. На рынке часто спрашивают: а есть ли у вас еще Виктор? Хотим Виктор. Или Виктор. Красивейшая ягода. Красота неописуемая.